Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь. И да, вы не ошиблись, это Watch Dogs. Скажите, где он уже там, наверное, все забил на прохождение? Нет, друзья, не забил, вот мои цепкие лапки дошли до этой игры. Напоминаю прошлую серию, вкратце, мы помогали нашему товарищу из ДЦК выбраться из затруднительной ситуации в его рабочем месте, фирме Нубле. Ну и заодно они еще помогают нашей организации, сотрудничают, с которой мы враждуем. Соответственно, их данные нам пригодятся. Вот. В конце прошлой серии, когда я закончил, тут было дополнение. Еще тут нам по телефону сказали, что нас кто-то пытается взломать, хакнуть. И, в общем, сейчас, я думаю, еще, наверное, увидите, не будет всплывать. По экрану будут бегать всякие собачки, кошечки и тому подобное, пиксельные. Вот, так это взломали ДЦК. Хакеров хакнули. Это ужас. Ну ладно. Так, задание. Давайте посмотрим наше сегодняшнее задание. Так, война хакеров. Основная операция. Так, время творчества, гонки. А, ну вот основное наше задание. Так. Получается, война хакеров. Выясните, откуда взялись кошки. Все, отслеживаем. Будем сейчас выяснять, кто нас хакнул. Нам бы сейчас бибику. Вот это бы подошло. Стой! Ну, конечно, не GTA, а не GTA. В GTA бы меня бы сбили, еще бы обматерили. Это у тебя что? Оп-оп-оп. О, видите, кошка? Все, видите, я сбил звонок, хотел по-хорошему, но он что-то зажал машину. Ну, мне нравится такой галопузый, но в каске. Ну, правильно, безопасность превыше всего, а то, мало ли, ремнюдок безопасности нынче доверять нельзя. Ну и давайте уже увидимся с вами непосредственно на месте, нам 2000 километров ехать. Ну, мы, в общем, подъезжаем, я так понимаю, мы едем в наше убежище ДЦК, и уже оттуда будем выяснять, кто же такой особо умный нас решил взломать? Кстати, в конце прошлой серии еще, да, там, наш основной противник, будем его так называть, да, недруг, начальник безопасности, там, Блюм, если я не путаю, да, он разговаривал с какой-то не то женщиной, не то парнем, в общем, такой круглым колобком. Может быть, это его рук дело. Сейчас, собственно, мы все узнаем. Что, как говорится, гадать на кофейной гуще. Мы уже на месте. Тайна близко к разгадке. Сейчас мы введем тут трехзначный пароль. Кстати, пока ехал, эти кошки, которые вылазят, да, они довольно-таки раздражают и мешают езде на машине. Я так откровенно скажу. Потому что это они с краешку, ладно, когда вылазят, они еще и вылазят на экран. Все, замолкаю, слушаем сюжетное задание. Конечно, Лени. Граждане мира, минутку вашего жалкого внимания. Децек. Кучка спамеров, затаряющих ваши фиды. Спасители свободы вашей воли. По факту, обычные кулхацкеры, которым надо, чтобы на них дрочили. Ну все, хватит. Я... преподам ДЦК урок. И ДЦК, считаете, что я не смогу убить вашу систему? Ну, что ж, позвольте мне представиться. Это ведь фигня, правда? Это фигня. Скоро избавимся от котиков. Джош брутфорсит криптоключ. Да заткнись ты! Так, ладно. Будем воевать? Еще бы, не позволим этим троллям в наглую нас сливать. ДЦК так просто не сдается. И что? Какой смысл в этой войне? Все равно они нас залочили. Это ничего не меняет. Они здесь! Да ну нахер! Слушайте, Primate нас не остановит. Давайте без нервов. Итак, Primate продают эксплойты всем, у кого есть бабло. Да, сраное правительство,
Блюм, Нудл, даже гребаные террористы. Сыны Рагнарёка. Что? Ну да, сыны Рагнарёка. Они продались сынам Рагнарёка. Надо как можно больше узнать об этой банде и их операциях. Мы не прогнемся ни под кого. Йо, Джош, ты чего, а? Это война. Пусти. Запущу сообщение по своим каналам. У них наверняка куча врагов. Они дадут нам инфу. Туда, где солнце не светит. Короче, непонятно. Это, походу, баба была какая-то. Хакер тоже. Чините Кики, а я поболтаю с Лени. Знаешь, где она? Она часто тусит в том клубе в Кастро. Знаю его. Так, где здесь выход-то, ёлки-палки? В общем, вот это вот Ленни, ну вообще, Ленни это мужское имя, наверное. Хотя по голосу и по глазам этого чуда было ясно, что это девушка. С очень-очень таким натяжением со словом девушка, знаешь. О, новости. Хакеры будут искать террористов для ФБР? Похоже, таков план бюро. Наш город полностью зависит от CTOS, а количество кибератак растет. Поэтому ФБР принимает отчаянные меры для защиты системы. Как стало известно из доклада в Конгрессе, ФБР настаивает на полномочиях, позволяющих им использовать технологии хакеров. ФБР также намерено получить возможность заносить в черный список хакеров, даже если нет доказательств того, что они совершали преступление. Защитники свободы информации говорят, что этот запрос угрожает гражданским свободам. Естественно. Понятное дело. Маркус, есть минутка? Да, что хотел? Я тут просматривал алгоритм, который мы достали в Нудл, и с ним что-то не так. Результаты не верны. Хочешь, чтобы я взглянул? Да, если можешь. Считай, готово. Так, и что, мне к нему надо пойти, что ли? А, ну, слушай, да, вообще. Так, погоди, так я задание еще не взял? А, нет, расстроит план на линии, все. Ну, тогда мы с ним уже потом поговорим. Это мы потом поговорим. Куда нам? Да, вот у нас расстроит. Ах, солнце. Так, ладно. Поехали тогда к этому Лени. Или к этой Лени. В общем, к Лени едем. Что-то я... Ой-ой-ой. Простите. Да уйди. В общем... А, так нам рядышком ехать. В общем, еще с какими-то бандами тут дела будем иметь. Ну, не зря в конце тоже прошлой серии сказали, тут какие-то банды прям вообще жестокие. Ну, не знаю. Хакеры хакерами, но они, по-моему, решили устроить боевичок здесь в игре. Ну, это же классно. Куда тут надо-то, ё-моё? Туда, что ли? Ой. Так. Куда-то внутрь, походу, надо. Ну да. Зря я во двор заехал. Ну да ладно. Так. Что, опять где-то в одежном магазине встречаться, что ли? Что за... Какие-то места дислокации интересные, конечно. Ой, ни хрена не вижу. Ничего себе, клубец. Что-то народу, правда, в клубе мало. Ну, бар, точнее. Да, крутяк, шикардос. Вставляем чип. Погодь, я тащусь. А, апсосик пришел. Ну, сколько карманных хакеров тебе помогало снять мой неснимаемый лог? Благодарность всем причастным. Ну, я могу попросить вежливо? Или просто отдашь ключ, и я пойду? Что? Это вирус-вымогатель, чмо. А что нужно-то, а? Короче, сделайте этот свой идиотский ролик. Надо же, ты нас фоловишь, не знал. О, небось хотите, чтобы пролы вас обожали? Хер вам по всей морде. Черт! Я хочу публичную трансляцию, где сказано, что ДЦК не достойны даже 5 секунд внимания общественности.
и поживее. Поплачьте там. Это все? Угу. Пока. На любой факап. И полетят головы. О, да. А точнее имена, личности. Натурально, кто есть кто. Дрыщ. Черт, похоже, у нас нет выбора. А. Шагай. Учись. А пока давай, беги и сделай мне видос, который я хочу. Уродин. Просто по-другому ее не назовешь. Вообще, не, ну вроде это баба, а вот которая татуировки делает, вроде тоже баба. Ну, похоже на мужика. Ужас какой-то. Не, не нравится мне этот клуб. Что она хочет? Видео, на котором мы на себя клевещем. Да пошла она. Мы напишем ей, что согласны, а сами ударим с тыла. Сыны наняли Prime 8 загрузить вирус в банкоматы. Банкоматы? Вот оно. Они работают из своего штаба. Вронда здания. Отправлю Гули туда на разведку. Встретишься с ним там. Какого-то Гуля кого-то отправят. Где этот самый Гуль-то? Угу. Все ясно. Ну что ж, ой. Увидимся с вами непосредственно возле этого Гуля. Ну что, ребята, мы подъезжаем к месту. Тут еще где-то там наша банда тусует. Ну, я все-таки поеду на основное здание. Может быть, потом потусуем вместе с ними. Они там в каком-то баре. Вот. Не знаю, у них тут проблема. Они где-то еще в баре тусовать умудряются. Ну, правильно. Ну, любую грусть надо разбавить каким-нибудь весельем. Ну, вот, собственно, мы и подъехали, да? Ой. Так, ну и где там этот самый, тот самый, который... Ну, нормас, естественно, нормас. Правда, цвет у машины не очень. А так, в принципе, нормас. Это типа ты спрятался, да? Ага, не было, тоже может без полёта. Гули, здорово, Ретро. Сыны наняли Prime 8 взломать банкоматы? Сыны раньше пользовались сканером кредиток. Так, по мелочи. Но вирус, ради которого они наняли Prime 8, утроил их прибыль. Стопудово. Он считывает данные, отправляет копию Prime 8. Ни владелец, ни банк не знают об этом. А мы знаем. Да, мы знаем. И взломать этот код, расплюнуть. Прикинь, как сыны разозлятся на линии Prime 8, если вдруг что-то пойдет не так в этой операции. В этом и суть. Это опасно. Не лезь на рожон, Гули. Ладно, чел. Удачи. Обожаю все портить. Ну, я так понимаю, нам этим сынам нужно испортить что-то с банкоматами, со счетами, чтобы они уничтожили взломанные банкоматы. Три штуки. Я понял. Так. Окей. Начинаем, получается. Ну, раз ближайшего внутри, я так понимаю, да? Достал банкоматы. Надо их уничтожить. Как угодно. Понятно. Как-нибудь придумаем. Какой-нибудь поизвращенный способ, что ли, придумать. Все, мы выходим в запретную зону. Будем типа аккуратней. Ну, там по как получится. Ага, вижу один банкомат. А, ну они все, в принципе, здесь. Там один охранник, да? Сейчас, погоди. Так, подожди, это пистолет достал или... А, все нормально. Улыбочку, собака. Все, минус раз. Это что такое? Так. Куда ты залез, ты чё? И как нам их сломать? Хороший вопрос. Так, что-то скачиваем. А, во! Ясно, понятно. Слушай, а мы через камеру не можем повезти? Хотя нет, это было бы слишком просто. Так, следующий у нас получается в сарае, да, ближайший. Пойдем в сарай. Два вафела тут ходят. Надо от них как-то избавиться. Что, если вот так вот? Так. А второй сейчас...
Вот так вот. Вот так вот заплачу тебе в поясничку стрельну. Ты же не против? Легкий шоковый разряд никому никогда не вредил. Главное, чтобы доза была маленькая, а то сердечко может не выдержать. Тихо, кто меня палил? Собака, что ли? Там вроде собака была. Что-то не понял. Да, по-моему, там собака. Она меня, что ли, спалила? Блин, я не вижу. Ну да, пёса. Так, пёса, давай-ка мы с тобой не будем... Ух, какая тачка, слушай. Я, походу, знаю, на чем я буду отсюда уезжать. Управлять. Слушай, а мы через крышу не сможем залезть? Давай посмотрим. Заодно мы здесь, если что, осмотримся. А, во! Отлично. Так. Ага. Ну-ка, подожди. Можем мы как-то от этих типков избавиться? Чем лучше? Так, ребятки. Сейчас я вас тут с ума сведу. Блин, куда они пошли? Блин, я хотел им взорвать тут все нафиг. О. Так, стой, отключаемся. Нас, походу, искать будут сейчас. Тихо, блин. Они, короче, кипиш подняли, да? Отлично. Нам это на руку. Оп, там нашли тех, которых мы отключили. Ну и здорово. Так, минус 2. Так, это камера, я понял. Ага. Что такое, ребята? Что у вас там происходит? Да, искать вперед. А можно вперед и назад. А можно назад и налево искать. Ищите, девочки, меня. А через эту дверь я выйти не могу? Обыскивают район. Ищите его, он где-то здесь. А, во. Тут вот так вот проще, да, выходить? Ой, тут сканер. Тихо. Блин, что-то вас тут вроде меньше было. Так, я на всякий случай волыну возьму. Нифига их там, вы посмотри. Офигеть. Тихо. Опа. Я в кустиках, вы чего? Блин. Нормально. Да спрячься ты. Так, еще кое-что на цели. Ожидайте. Что за звуки? Что со звуками? Офигеть, я не понял, что вообще происходит, что-то... Нажимаю спрятаться, он не прячется, звуки какие-то, как будто стреляют где-то там. Они здесь, что за ерунда? Отлично, с самого начала все, да? Ясно, ладно, сейчас мы должны все без проблем это дело решить. В общем, о, там кого-то долбит, смотри. Уже драка какая-то, такой, извините, я тут мимо прохожу. Блин, плохо, знаете, что нельзя тела носить. Надо их уничтожить, как угодно. Плохо, что нельзя тела носить, вот что самое печальное. Потому что так бы это упрощало бы ситуацию, можно было тело куда-нибудь нести, чтобы... Ну, отволочь, чтобы не палили. Так, как же мне от тех-то избавиться на складе-то, а? Если пойдем другой дорогой. Да, давай посмотрим. Что ж там у ребят с телефон такие, не взрывающиеся? Откуда их столько понабралось, так пойдем сюда? Ну, один здесь. Не, видать, не один, он там с кем-то разговаривает. Конечно, подвал их мамаши. Наверное, это надо спросить ей. Не доверяю я толстухе. Двое, да, там? Я ничего не могу сделать, а? Ну, в них не очень-то уверен. Это просто дети. Что они знают? А давай мы сейчас вот так вот, пум! Тихо. Они, кажется, отвлеклись. О! Закроем выход! Посылаю, ознакомьтесь. Блин. Сигнализация сработала. Проверьте. Я слышу. В общем, ладно. Будем делать... Во-во-во, пес, успокойся. Прости, шарик, но... Ничего личного. Так, давай.
А, типа они простреливаются, да? Пули непробиваемые доски, друзья. Отвали. Деревяшки не простреливаются. Ай, бегуны, блин, хреновые. Да я не попал, что ли? Да вы что гоните? Он же плавать вроде умеет. Блин, граната! Слышно, слышно! На тебе в ногу! На тебе в сраку! Так, фу! Воу! Ё-моё! Не надо никакой гранаты! Мне тут и так как-то стрёмно. Охренеть, их тут много. Куда побежал? Воу! Отходим. Граната! Блин, вас тут много, ребята. Куда вы столько вылазите? Вас столько тут не было вообще. Так, там еще кто-то живой, что ли? В смысле? А-а-а, ты куда встаешь? Ты куда встаешь? Лежать! Все, ты умер, не считается. Так, кончились, нет? You are dead, man. Тихо. Фу, сколько у нас патрон-то хоть? Ну, кажется, всех перебили, да? Не, ну они же сказали, как хочешь, так и уничтожай эти гребаные банкоматы. Я, собственно, уничтожаю их как могу. Ну, немножко еще и банду перестреляли, ничего страшного. Все, минус второй, пошли третий, ликвидируем. И валим нафиг отсюда, блин. Как-то здесь очень людно. Не люблю столько людей в одном месте. Зато никого здесь нету, хорошо как. Тише да гладь. Ну-ка. Все. Бум. Покиньте убежище. Я будто слышу крики благодарности всех жертв этого гнусного обмана. Лени пару кило сбросит, объясняя это сынам. Блин, я выехать не могу, да? А, стой, я знаю, что надо выехать, там же щиток есть. Кстати, цвет машины в прошлый раз был симпатичный, сейчас какой-то непонятный, знаете. Цвет какой-то непонятной детской неожиданности. Сима-Сима. Открой-ка мне, пожалуйста, дверка, Сима-Сима. Все, спасибо, Сима-Сима. Я тебя лаваю. Все, да? Да. Открывайте. Хозяина покидает помещение. О, ну звук-то нормальный у машины, да? Где выезд-то? А, пойдем здесь будем, что. Все, покидаем зону и смотрим, что будет дальше. Ну что, ждем. Отчет о выполнении. Ой, колесики-то какие маленькие. Спрятаться. Конечно, спрятаться, а то найдут еще нас. Ах ты гребаный хомяк! Биомусор, сопля, говна кусок! Лени, ты прекрасна, когда злишься. Как понимаешь, видео не будет. А знаешь что? Как хотите, мне плевать. Вообще насрать. Но вирус все еще у вас на сервере. Бесится, Санька, бесится. Вот так вот, нормально. Твой вирус мы уберем нашим антивирусом, и все будет very wonderful. Лени права, Кики не работает. Плевать, игры закончились. Найдем их нору и достанем дешифровщик. Похоже, у Primate есть бункер. Бункер! Неизвестно только где. У Лени есть RFID-метка. Найдем бункер через нее? Да.
Это возможно. Класс, навещу Лени. Поговорим как взрослые. Рэнч, ты со мной? Конечно. Ну что, у нас получается, наше задание еще не окончено. Получается, нам нужно узнать у Лени, где находится бункер. Она прямо так нам расскажет, да? Отслеживать задание. Блин, как-то странно тут интересно отслеживать задание. Нажимаю отслеживать, оно не отслеживается. Я хочу отследить задание, пожалуйста. Можно мне, пожалуйста, отследить задание? Покажите на карте. Ну, нам понятное дело, что, скорее всего, сейчас нам ехать в наше убежище забирать... как его? Ре. В общем, короче, забирать нашего товарища и ехать дальше. Увидимся на месте! Ну и мы снова в этом замечательном месте. Точнее, нет. Ну, давайте начинать наше задание. Там, походу, музла рубит, судя по звукам. Там дудс-дудс-дудс. Ты точно хочешь продолжать? Ненавижу вас. Знаешь почему? Вся эта пропаганда, граффити, анти-чего-то там, мы за все хорошее. Слишком серьезно к себе относитесь, засранцы. Да, ты нас не любишь, но пойми, мы на одной стороне, мы можем... Эй! Я, по-твоему, кто? Нубила недоделанный? А сам-то тоже хорош, обмудок, так спалиться. Решил, почему бы нет... Ути-путеньки, мать твою! Удачи с дохлыми серваками, лузер! Походу, они ее развели грамотно. Так, ну и куда нам теперь? О, очередная точка. Нашли бункер Праймейт. Олени без понятия. Может. Брось, вы слишком хорошо о ней думаете. Так, поезжайте в бункер Prime Edge. Ну, там увидимся. Ну и мы подъезжаем к этому самому бункеру. Маршрут был не близкий, бам, лобовое столкновение, она виновата, или он виноват. Потому что... Ну, потому что я ехал, они мне помешали. И... Какой так. У нас план? Так, Лени заперла дверь на славу. Еще идеи? Одна. Там есть старая вентиляционная труба. Думаю, давно заброшена. Я найду. Найти старую вентиляционную трубу. Окей. Ладно, что, ребят, начинаем стелс. Ты что, еще живой, что ли? Так. Вон еще один, и слева двое, да? Трое. Воу-воу-воу. Успокойся. Так. Ага. Прикройте, я под огнем. Давай, я тебя прикрываю, выходи. Тихо. Вы аккуратнее с гранатами, люди могут пострадать. Тихо. Что за... Что такое там? Это не я. Да это не я. Я такое не делал. По крайней мере, я такого не помню. Так. Где это? Лошара, вон оно. Что за оружие у меня? У них достает, у меня не достает. Вы чё? Какой калибр? Я вроде попадаю. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо, вниз. Вниз. Восстанавливаемся. Блин, что-то они снова едут и едут. Походу, была не особо хорошая мысль-то начинать здесь перестрелку. Ты куда, родной? Ну я тебя могу и отлупить, какая разница. Что-то вас много тут. Тихо. Да уйди ты от этого пеня.
Там еще... Ой. Вам бы гранату научиться кидать, которые не пищат, знаешь. Полиция, еще как какие-то байкеры тут понаехали на фургончиках. Да вы что, так и будете ехать, что ли? Ой, ё-моё, блин. Походу, была не самая лучшая идея здесь перестрел конченый, да? Ясно. Ты надоела. Кидалова. Так, ладно. Бункер охраняет, как будто я на полицейское отделение напал. Ладно, пошли сюда. Да ты умереть должно уже было, по теории так-то. Вы что, тут амазонки, что ли? Что тут у вас одни женщины? Ку-ку. Так. Сейчас пришлю описание. Тихо, тихо, тихо. Может, ты умрешь уже, а? Сделай мне одолжение. Собака. Хедшот. Вот я нашел бункер. Осталось последние неприятности убить. Ну, в принципе, можно просто спокойненько пройти, да и все, да? Давай, 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 давай. Все. Можно было, по сути, просто пробежать. Но так веселее. Он как будто там не люк открывает ни разу. Воу. А, и все? Я внутри. В ушах воняет пивом и носками. Просто найди код. Быстрее. Пивом и носками. Убежище немножко на наше похоже, только более свинское. Не трогай мое барахло. А, привет, Лени. А я у тебя в гостях как раз. Что-то мне это не нравится. Что происходит? Осталось времени. Безлетьте ловушку Лени. Это Лени? Она хочет взорвать бункер. Что? Что там? Две? Нет, три. Или нет? Черт! Блин. Может, четыре. Не соединены. Так что порядок не важен. Так, ладно. Просто беги оттуда. Народ, народ! Дайте мне подумать. Блин, хреново дело. Блин. Блин, ненавижу здание на время. Так. Так, здесь есть. Кстати, что-нибудь позже сделать? Нет, нельзя, да? Хорошо, так, это мы запустили. Здесь мы запустили. Здесь пошла сюда. Теперь давай сюда. Вот так, сюда, отлично. Одну провели. Получается, нам нужно все провести, да? Давай сюда, здесь прошла. Так, сюда. Сюда. Это что-то не работает. Во, отлично, давай сюда. Да успокойся ты. Блин, а чё? А почему? Так. Так, сюда. Есть? Так, две есть, отлично, давай быстрее. Вперед тебе надо. А, музыка такая напряженная. Зачем? Зачем ты меня так напрягаешь? Музыка, успокойся. Погоди. Во, так. Да. Ты думаешь, это поможет? Блин. Почему так?
Блин, у меня сейчас голова лопнет от всех этих хакерских приключений. А, сюда, вот. Давай, взломали, отлично. Последняя осталась, и 2,5 минуты. Пошли к последней. Сюда. Одну провели. Погоди-ка. Вот так вот. Вот так. Вот так. Заткнись! Я тут пытаюсь думать. Выключи свою сраную музыку, блин. Напрягает меня она. Есть. Нет. Почему нет-то? Блин, она сбила мне, она их сбивает, да? Так. Есть, давай, быстрее, 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 быстрее. Давай, 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 давай. Боже, ты сраная... дырка от сраного бублика. Ты глянь. Кажись, я справился. Это еще не конец. А, ну да, как же. И неужели она была готова меня убить? Это она гадость вообще. Я тебе, блин, пальцы в глаза ткну, поняла? Ресницы буду выщипывать тебе кошачьими лапками. С когтями. Фу, задание выполнено. Эй, Маркус. Как тебе наш Hacker Space? Мы наконец-то вывели вонь Primate. Готово? Ага. Рэнч немного похимичил и о-ля-ля. Иди зацени. Так. Получается, все задание выполнено, да? А что за HQ? Это же получается задание какое-то. Фолловеров получили. Ну, Blue Maps разблокирован новый Hacker Space. Так это. Да они все-таки, значит, сюда, получается, перебрались, да? И у нас, получается, появились очки. Ух, нифига у нас очков. Так, давайте-ка я тут за кадром прокачаюсь. В общем, я прокачался, друзья. Ну а что ж, где наше новое убежище и что наших друзей ждет дальше, мы с вами уже узнаем в следующих сериях. Всем спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Также заходите в группу ВКонтакте, там анонсы о стримах и всякие разные классные репосты, которые, кстати, вы также можете предлагать. Ну а теперь я со всеми прощаюсь, играйте только в хорошие игры, всем хорошего настроения и пока!